Теперь переходим к самому главному. Те, которые меня знают и бывают на моем канале, в курсе, что, как это все работает. Неоднократно это все показывал. Но так как я вам сейчас рассказываю про БТГ самообман, то немножко посвящу вот, что и как это все работает. Значит, классически... Тут находится бифиляр, но это трифиляр моей разработки на основе от бифиляра от Теслы. Но у Теслы был плоский бифиляр, а вот здесь вот такой вот, как катушка. Хотя на самом деле эта катушка не является, потому что вот эти две обмотки, они на самом деле не соединены вместе. То есть параллельно мотаются два провода, Сюда и сюда подключается генератор, ну, в данном случае где-то около 300 кГц, и возникают встречные потоки, которые создают вихревое состояние, и уже на выходах мы получаем бестоковое очень высокое достаточно напряжение, ну в общем-то высокий потенциал, и который может занимать вот пространство так же само примерно как вот такая же установка Тесла, которая тоже дает энергию вокруг. Какую-то напряженность. Но для того, чтобы эта напряженность была достаточно эффективной, вот нужно подключать вот такие вот излучатели. Что мы сейчас и сделаем. Здесь вот все то же самое. Вот от генератора два провода вот два выхода и вот третья разгонная обмотка это вот по моей конструкции дальше литий-ионный аккумулятор на 1200 вот генератор вот такой вот на 5 вольт из которого я сделал генератор это усилитель моно на 8871 D класса КПД у него очень высокий, больше 90% поэтому он почти не греется здесь эта конструкция выдает примерно полтора ватта эффективного выхода. По сравнению как с этим, то, конечно, почти в три раза меньше. Но сейчас вы увидите эффективность. И вот такая конструкция нам позволяет получить потенциал, который обычно достигается высоковольтными трансформаторами, умножителями и так далее. Здесь же, сами видите, ничего этого нету. И вот этот приборчик стоит чисто для того, чтобы вам показать в процессе этих опытов, какое напряжение, какой ток и мощность. Ну, еще вот здесь вот стоит модуль зарядки. От USB-C он запитывается, выключатель, естественно. И 5 вольт на выходе он выдает для питания этой системы. Вот если мы включим, вот 5,12 вольта и 0,33 где-то ампера. Это вот сейчас вот его мощность, которую он выдает уже. Независимо используется она как-то, не используется, не имеет значения. Факт то, что он сейчас вот создает вот здесь вот такой потенциал, который вот можно видеть, если сделать вот так, то видно что вот фиксируется довольно далеки далеко вот еще и за камеру он уходит и вот если рядом поставить то как видите вот довольно ярко светится вот эти вот индикаторы они немножко менее чувствительные поэтому я тут поближе это все надо то же самое, как и эти индикаторы. Вот можно тоже вот так. Как видите, тоже вот довольно серьезная мощность. Ну, опять же, как я вам показывал, вот эти индикаторы. Вот красный, синий. Это вот индукционные, которые я называю индукционные, но это чисто условно. То есть они... Ловят вот эту вот вихревую энергию, которая на торе образуется. А вот эти вот, они не ловят, потому что они уже, как я говорил, для условно-статического выхода, который мы сейчас подключим. То есть, если это все сложить рядом, мы увидим... Вот оно все отлично горит, но по какой-то причине стало не 0,33, а 0,3. Ну, чтобы было видно вот так вот. Видите, я дал нагрузку, все довольно ярко горит, но почему-то не повышается ток, а наоборот падает. Хотя напряжение 5,12 ровненько все на правдах здесь падать ничего не может все очень коротко буквально по несколько сантиметров провода да и на 0,3 амперах что здесь может упасть и вот как видите вот наоборот чем больше я нагружаю тем получается ток меньше но судя по индикаторам если внимательно не смотреть то на них яркость не меняется. То есть все вот в пределах разумного. Но вот это для нас сейчас не главное. Это все второстепенное. Теперь, ну вот 344 немножко, ну вот сейчас вот на холостом, так-то надо до 350 просто. Вот немножко, так как происходит выброс энергии вихревой, то вот эти все близлежащие металлические предметы, они немножко влияют, захватывают энергию, и поэтому ток, как это неудивительно, падает. Видите, я приближаю, и вот ток падает. Так, теперь включаем излучатели, условно-статические. И немножко это двигаю подальше. Потому что нам вот этот, в принципе, тор не нужен. Точнее, его энергия, хотя мы все равно будем ею пользоваться для большей нагрузки. Вот пока так поставим. Так, вот мы уже нагрузили немножко, и вот видите, у нас уже 300 миллиампер. Поэтому немного я отставлю, чтобы оно не сильно влияло. Вот, 0,32. В первую очередь мы возьмем, как видите, вот оно уже светится тут чего-то. Это находится довольно-таки далеко. Вот это уже светится. То есть энергия уже пошла. Вот вам. Да, я тут положил изоляцию, чтобы не было прямого контакта. и что не было замыканий коротких. Вот сейчас, что у нас произошло. Видите, оно нагружает довольно-таки. Все-таки здесь полтора, а сейчас уже меньше одного вата. Вот посмотрите, видите, 5.13, 0.18. То есть получается сейчас меньше, чем ват энергии выходит. Все из-за того, что вот Лампы довольно много потребляют и на себя берут что-то. Надо немножко ловить тут. Вот, как видите, вот оно все светится, если надо засветить. Вот можно так. Вот так вот. Тут немножко все мешает, конечно, тоже поглощение идет, потому что здесь вот фактически все распределяется в, в радиусе около метра. А я говорю, что здесь у меня места маловато, поэтому есть по бочкам. Но видно, что вот, например, эти лампы горят даже при меньше, чем 1 ватт. Это в 4 раза меньше примерно, чем вот в этой установке. В 4 раза меньше. А яркость, ну, немножко меньше и хуже зажигаются, конечно, но не сравнить. Но с лампами мы сильно не будем заморачиваться. То же самое вот можно посмотреть, как неонки светятся. Вот это вот две пластины, они противоположные два излучателя. То есть одно излучается одной стороной, другая другой стороной. Ну, видите, вот я вот трогаю и то, и то. То есть я не мешаю этим излучателем работают. Все светится одинаково и там, и там. Вот, к примеру, возьмем вот так. так наверное, лучше, еще лучше. Так. Вот куча неонок. Каждая неонка, как я вам говорил, где-то вольт 50 нужно, чтобы зажглась. Вот их 6 штук. 300 вольт каждый то есть не на каждое а на каждой полоски и как видите вот оно все еще тут подгружено опять если мы добавим то ток уменьшается но мы особо не будем грузить пока потому что у нас тут хватает и так все и вот как видите вот, вот можно так Вот индикатор небольшой лежит, где, но все горит. Вот представляете, здесь вот какой потенциал всего с одного вата. Ну вот сейчас полтора вата. Сейчас мы немножко подгрузим, оно все уменьшится опять. И вот я даю нагрузку, а ток не увеличивается, а наоборот уменьшается. И вот, как я говорил, эти индикаторы, они статически условно, вот, вот эти вот, как я вам уже говорил, они здесь только работают. Здесь они работать не будут. Поэтому ставим их сюда. Тоже можно было бы дополнительно поставить, но уже сильно падает ток. Нам пока это не надо. Ну вот, если посмотреть, видите, тут уже засвечивается что-то. Вот я буквально вот трогаю, вот индикаторы, они уже вот. То есть свой потенциал ввожу, свою емкость, и уже все засвечивается. То есть вот здесь, вот везде, у нас потенциал какой-то есть. Так, пока уберем. И вот даю нагрузку на все. Создаем огромный потенциал. Делаем ежика. Или ежика, кому что нравится. Вот это вот силовые индикаторы. Видите, можно так класть, можно между ними, можно не между ними. Вот опять же, вот смотрите, видите, вот. Так светится, так светится. Ну, вот так выше поднял, не светится, а вот так раз и засветилась. И уже теперь я могу хоть отходить. Вот здесь не видно, хоть на 2-3 на метра оно будет все светиться, вот если я вот так вот примерно буду держаться. Но видите, я своим потенциалом... Вот уже те, которые вообще свободно где-то там лежат, далеко-далеко, они, естественно, теряют уже свою энергию, и вот перемещается вот эта энергия, которая шла на них, она перемещается на меня. Но вот засвечивает вот эти элементы. То есть, если меня тут сейчас обклеить этими индикаторами, я тут весь светиться буду. Значит, если посчитать все светодиоды, которые тут есть, и где-то будет 250 штук. Вот этих, которые условно индукционные, их где-то около 50. И вот смотрите, вот я гружу потихонечку, и вот уже 280 мА. Ну, например, вот сюда закинем. Этот сюда слишком ярко ему тут. Подальше. Видите, даже тут аж слишком добавим этих, как бы я их ни ложил. И так, и так, и так. Они все светятся, то есть. Вот мы имеем тут всего, вот сейчас здесь чуть больше вата. уже 250 миллиампер, 260. Показываю. К сожалению, плохо видно. Вот, почти 260 миллиампер. И вот сколько у нас уже какой эффект. Если же я еще нагружу вот этими более мощными элементами. Вот уже 230. Вот этот сильно берет. Но он и светится вот как. Очень ярко. И вот я могу ставить и дальше, и дальше. Вот тут рядом просто. И видно, что сюда тоже ближе поставим светиться должно все вот сейчас у нас светится я говорю где-то примерно около 250 светодиодов из них вот эти вот даже силовые вот этот силовой то есть у них большая потребляемая мощность и вот сейчас 190 мА. Но не видно, чтобы они светили хуже, чем было при 300. Опять же, вот смотрите, что происходит. Я вот дотрагиваюсь до этого излучателя. На этих излучателях, на этом излучателе, соответственно, несколько падает напряженность. Зато здесь повышается. Наоборот, дотрагиваясь сюда, Здесь уменьшается, потому что я забираю энергию отсюда. Здесь увеличивается. Идет перекачка туда-сюда. Но опять же, если я дотронусь, то будет видно, что вот ток падает. И на самом деле он падает, потому что вот эта нагрузка, она перебалансируется. Вот эти вот мы не замечаем, они чуть-чуть начинают хуже светить. Чуть-чуть, но настолько мало, что даже глаз не воспринимает этого. Вот я вот сейчас нажимаю. Вот если так, конечно, я уже тут фактически замыкаю своим телом, но через изоляцию. Но все равно тут емкость большая, все-таки 300 кГц поверхностно идет сильно. И вот уже некоторые вот даже тухнут, видите, вот тут. И видно, что но почему тухнут? Не потому, что вот я тут сильно нагружаю, а потому что ток падает. Поэтому они становятся менее чувствительны к этому. Но это я даю нагрузку большую от себя. А эти надают вот каждый где-то там может по 100 микроампер по миллиамперу по 2 миллиампера но если это все вместе сложить 250 штук даже по одному миллиамперу если брать то это уже 250 миллиампер ну правда здесь меньше но некоторые вот эти вот точно больше вот, вот этот светодиод индикатор вот видите сразу 220 прыгнуло 220 мА. Но очень близко я к тору ставлю, то поэтому сразу 200. И вот мы видим, что у нас тут происходит. И когда мы с этим всем работаем, то, соответственно, мы можем определять, где какая энергия куда проходит. Вы осциллографом такого никогда не замерите. Вот как обычно, например, вот так да, делают. Ну или если выход генератора замерить, то уже к нему, конечно. А так вот, вот такую энергию, как проверяет, вот так, вот так. И что вы на этом осциллографе увидите? Что с генератора? Что вот с этой вихревой энергии? Что вот с этих излучателей? Вы увидите все одно и то же. И никакого различия для этого осциллографа не будет, кроме некоторой амплитуды. И вы вот этим себя обманываете, потому что когда вы видите, как у вас распределяется энергия и куда она уходит. Видите, я буквально ее повернул немножко, и вот она уже горит. Вот дотронулся вот так вот. Подвесил над этим, все, опять. Или над этим, или над этим. Причем все еще на расстоянии. Это не то, что вот прямо контачить надо или совсем рядом. Как вот на той установке, против которой я сейчас тут все это затеял. Там какое расстояние? Буквально сантиметры. А установка сколько дает? Мощности 30-40 ватт. Что-то такое мощнейшая установка это то есть она в десятки раз больше выдает чем вот это но у меня вот индикаторы все засвечиваются значительно больше и если та система она очень опасна для здоровья то тут пожалуйста можно часами находиться и будет только плюс для здоровья конечно вот сейчас уже эти индикаторы будут неонка так как с этих излучатели идет поглощение энергии вот на именно на преобразование в свет то оно конечно будет уже немножко хуже но тем не менее нет почти не хуже примерно так же и горит да вот так же и горит как и горело то есть фактически не повлияло вот немножко вот опять же вот я касаюсь и немножко ампераж упал Хотя я опять же металлического ничего не касаюсь, я вот просто вот прикасаюсь с самой колбой. И вот, как я вам уже показал, вот видите, вот какое расстояние довольно большое от этих излучателей, и все засвечивается. Причем настолько ярко, что даже, честно говоря, оно и мешает. Ладно, уберу. Вы и так все поняли, что здесь очень заметно. Когда я нагружаю, то почему-то ток не увеличивается, а наоборот падает. Сами подумайте, а что ж такое происходит? Почему оно падает, а не увеличивается? Вот сейчас, вот видите, вот я хорошо тут приложился почти вот гаснут с этой стороны, а с этой стороны, наоборот, даже ярко горят. Вот и поэтому видно, и по этим индикаторам видно, что с этой стороны на это плечо пошла энергия сюда, а здесь я ее перераспределяю. И вот по таким индикаторам, особенно когда вы ставите чувствительность подальше, то есть не прямо, потому что вот здесь то большая ну, уже получается емкость между ними, и они, конечно, будут ярко светить. А вот если их немножко убирать от яркости сильной, чтобы не было у них перенасыщения, то эти индикаторы уже более чувствительно показывают ситуацию. И вот видите, как вот я даже чуть-чуть приложился, и вот они вот реагируют. Так же, как и тут. Вот оно все находится на каком-то расстоянии. То есть явно не приложилось. Потому что если вот так вот приблизить вот к какому-то плечу или этому, или этому плечу, видите, что происходит. Вот. Если я, конечно, замкну опять же вот сюда, то оно будет хуже гореть. Но если я сюда, оно будет гореть ярче. И эта энергия будет передаваться больше сюда, а забираться отсюда. Но тут я еще вношу свою лепту, конечно. Но опять же, вот видите, вот я вот сейчас вот даю вот сюда энергию, и вот оно садится. И вот эти загораются достаточно ярко, а эти чуть-чуть пригасает. И вот поэтому можно определить, что где куда распределяется соответственно. И вот я на, на, сюда установил кучу вот этих индикаторов и что происходит но если я сейчас вот сильно нагружу дальше эту систему просто генератор слопнется и все и перестанет вырабатывать эту энергию потому что он уже будет не в состоянии но давать больше чем есть он естественно не будет вот, я гружу уже совсем, видите, вот в наглую. То есть даю максимальную. Сейчас здесь 170. А оно все никак. Никак ее не задушить. 170. Но этому уже места нету. Тем не менее нашел. Вот, видите, что все на месте. Все горит, все светится почему-то. А сейчас уже 160 миллиампер, 166. Всего-навсего. Не вот как, скажите, пожалуйста, тут может быть такое, что вместо того, чтобы при нагрузке, я вот даю такую нагрузку мощную, достаточно. А у нас все нормально. Еще и ток упал. Но я говорю, если дальше его доводить до состояния такого, но ну, у меня просто тут уже нету места для этого, то он в конечном итоге просто генератор перестанет работать. Он заглохнет, как и двигатель. Если вы дадите ему слишком большую нагрузку, он остановится. То же самое и с этим. И больше вы от этого никак ничего не получите. Так что вот такая картина у нас и получается. Я думаю, достойный ответ. И надеюсь, тут все понятно. Я же вам фокусов не показываю, я показываю то, что есть. У меня десятки роликов по этому поводу. Вот с этими индикаторами с самых различных поколений и самых различных систем. Я еще тут не показал посох, который работает. Вот эти индикаторы, они светятся от него больше, чем на полметра, а это при чем, когда у посоха меньше 1 ватта, где-то 0,8, 0,7 ватта обычно у меня на посохах. Ребята знают те, которые ко мне постоянно заходят на канал, они знают, что такое посох. Объяснять сейчас не буду. Факт то, что всего на 0,7-0,8 ваттах вот эти индикаторы светятся около полуметра. И есть у меня вариант даже, который больше светится на 0,7 метра, 0,8 где-то так. Если бы я дал на посох, как и здесь, 0,35, то он наверно бы за метр светился. Представляете, какая мощность. По идее, хотя какая тут мощность, один-полтора вата Все, больше ничего нет. Так что как вы там не тушитесь, как не стараетесь, но если вы не будете знать, как это все работает, и как вот два вида энергии. Видите, эти индикаторы не работают от той энергии, а эти индикаторы не работают от этой энергии. Вот. Пожалуйста, я могу поставить. Ну, этот работает далеко, поэтому... Хотя нет, не работает он уже. Сильно нагружен. Здесь уже получается перекрытие полное. Он поэтому уже не хочет хотя вы видели работал вот на таком расстоянии примерно вот смотрите я их ставлю прямо на излучатели они не реагируют ставлю возле тора все прекрасно то же самое наоборот вот здесь этот не работает. Так, не видно. Вот видите, он не работает тут. Вот когда я буду касаться этих проводов, вот выходных, вот от этих проводов будет работать. А от самого тоже, видите, не работает. Также все индикаторы, так же само. Отсюда не работает. Здесь все прекрасно работает. Но именно они сделаны, вот эти индикаторы, они сделаны, вот те индикаторы, как индукционные, как те. А вот эти сделаны индикаторы, как вот эти. Поэтому такое происходит. Ладно, все. На сегодня, я думаю, достаточно. Всем пока. Шериф Реймонд Вуд. Такой. Тот, кого ты не принимал в расчет.